Поскольку у нас за спиной святой Николай со святым Спиридоном, то так и просили как бы поговорить, да, нам пообщаться на тему этих любимых православных святых. Одно из главных таких серьезных проблем нашей христианской жизни является недостаточно развитая общинность нашей жизни. Как-то меня там на телевидении спросил один молодой человек, это побудило меня, отвечая ему, думать по ходу ответа на его вопрос. Он говорит, я не чувствую себя христианином в полной мере, хотя я алтарничаю много лет уже и причащаюсь регулярно, и, в общем-то, и в храме постоянно, но я чувствую себя как-то вот неполноценным христианином, что-то мне не хватает. Что здесь, как бы, в чем проблема? Может быть, это тоже вам понятный вопрос? Такой, да? Вот. И мы как бы с ним, вот, общаясь на эту тему, как бы пришли к такой вот идее общей, что в принципе вера вверена общине. Экклесия, церковь, большая семья, там, ее маленькие дочерние структуры, вполне отражающие ее кафолический характер, общины и епархии. То есть на них должна быть видна вся церковь. То есть на каждой общине видна вся церковь. И с плюсами и минусами. На каждой епархии видна вся церковь. То есть мы можем мыслить о кафоличности, как бы далеко не ходя. Как бы, берите любой приход. На нем будут высветлены как бы проблемы вообще всего православия сегодня. И вера вверяется общине. Какой бы человек ни был гениален, там, или как бы он ни был там глубок, пусть это будет Симеон Столпник, например. Да? Там сегодня, кстати, память была о Липе Столпника и Луки Столпника, вернее, и Даниила Столпника. Значит, люди как бы вообще жили как птицы на высоких столпах, там, достигавших до 15 метров. Казалось, такой образ жизни как бы вообще не требует от них никакой включенности в общинную жизнь, с одной стороны. С другой стороны, наоборот, они очень остро чувствовали, что их подвиг возможен только в союзе с всей церковью. Там, если помните Симеону Столпнику, он начал этот подвиг. Это вот странное житие такое, залезть на столб и стоять там, что это такое. Люди смущались и еще тогда думали, что какое-то сумасшествие. И его решили проверить и сказали ему, идите скажите этому чудаку, пусть слазит. Отцы Египта сказали, что таких подвигов не было, что пусть не выдумывают, пусть слазит. И если он начнет слазить, скажите ему, пусть остается, это все нормально, это нормально. А если он скажет, что вы там, много знаете, что ли, я тебе избрал себе путь, как бы я спасаюсь, то значит его нужно силой стащить оттуда. Значит, он неправильно ведет себя. Ну, и они пришли к нему и сказали, эй, ты там, слушай, что там залез на гору, как бы так никто не жил. Тут отцы сказали, что это вообще дурость какая-то, ну, давай слазь отсюда. И он полез вниз. Отцы сказали. Хотя этот человек был, который с детства, там, он с малолетства, он там вытворял какие-то вещи такие, которые старики удивлялись, там, он себя изнурял всячески. Приковывался цепями каким-то к скале, там, обвязывался веревками, которые впивались ему в тело. Ну, что такое, короче, имел какую-то такую священную ненависть к себе. Такой, был такой великий аскет, так нельзя себя воспитать, это какой-то дар с рождения. Но он услышал, что такого нету, и что отцы не доверяют его подвигу. Он полез вниз, он говорит, эй, залазь обратно, все нормально. Понимаете? Как бы такое, немножко такое дзен-буддистское такое поведение такое, от абсурдности. Такое, но это вот, то есть люди высокие, высоко залезшие, буквально на столб. И там проводили по 55, по 33 года, там поболее. Они, кстати, умирали все в старости. Все были долгожителями. Вот, мы все хотим долго жить и думаем, что надо правильно питаться. Как бы. То есть, люди там вообще не ели, не пили, как бы стояли там, как птицы на этих столпах, там, вообще под дождем, под ветром, там, с бесами воевали. Там, и вообще. Попробуй постой просто, вот, если кто-то в армии служил, там пост номер один, там возле знамени постоять. Так что не почесаться, там, не присесть, не покрутиться. Вот стой как камень, там час или там полтора. До ума можно сойти. Лучше в карауле, как бы на морозе, как бы по улице ходить, в тулупе с автоматом, чем возле знамени стоять. Потому что тяжело стоять на одном месте. Они там по 30 лет стояли. Но они были кафолично мыслящие люди. И когда к ним приходили кто-нибудь там, приходили люди там, значит, вокруг столпа, там собирали же народ вечно там, за благословением, там, просто поглазеть на этого человека, то они спрашивали там, как дела в империи, с кем воюем, какой епископ возглавляет антиохийскую кафедру. Между патриархами мир или не мир? Там, есть какая-то ересь там, в церкви? Там, что там? Как там? Жили включенные как бы, в общинность.
Я это к тому говорю, что человек не может жить, будучи христианином, жить какой-то одинокой такой, значит, жизнью внутри своих проблем. Сам себе христианин. Тогда получается действительно, что ты чувствуешь, что ты какой-то уродец. Вот, и ты читаешь, с одной стороны, мы напичканы такими высокими текстами, которые говорят нам о преподобных, о мучениках, там, о святителях, о бессребренниках, о юродивых, о праведниках, о новомучениках, там, каких-то людях, которые там вообще мы рядом не стоим. Вот, и ты как бы делаешь все, что можешь, все, что тебе сказали, там, причащаешься, исповедуешься, там, читаешь утренние и вечерние правила, но ты чувствуешь при этом, что ты что-то не то делаешь, или не то, что не то делаешь, ты то делаешь, но ты не чувствуешь никакого плода. И одна из таких глубинных каких-то проблем как бы всего этого, это то, что мы не живем общинами. Что мы чрезвычайно разрознены. И мы как-то сходимся временами. Вот, допустим, в подобного рода собраниях можно ощутить некую вот благую пользу собраний. То же самое должно быть на литургиях. Когда мы собираемся в церковь, совершаем литургию, мы должны вот переживать, ощущать эту включенность в тело. И это общее собрание ко Христу. И должны радоваться, что в храме много людей. В отличие от тех эгоистических сумасшествий, когда люди говорят там, я люблю ходить на всеночную, потому что у нас на всеночной 4 человека только в церкви. Я себе в уголочек стану за столбом и умиленно слушаю, как поет хор, как бы и наблюдаю, как мерцают лампадки, значит, там. Помечтаю себе, подумаю о чем-то хорошем таком. Вот, потом, слава тебе, Господи, пошел домой, там, хруп-хруп по свежему снегу, значит. Это полное юродство, как бы, значит, такое, но не во Христе. Когда там люди говорят, что-то так было много людей, что мне было плохо молиться, как бы. Чего они пришли, вообще непонятно. Чего они сюда все пришли, как бы. Но я рад, я пришел помолиться, как бы, к моему боженьке, значит. Эти что пришли? То есть нету радости от того, что нас много, как бы. Нет желания узнать, кто рядом стоит. И нет вообще этой вот этой, этого улья, в котором, как бы, все вот в этом улье имеют свои профессии и работы. Как там говорят эти специалисты-пчеловоды, что там в улье там существует десятки профессий. Что пчелы дифференцируют свой труд повседневный как бы, на множество-множество разных секторов. Вплоть до того, что там есть пчелы-вентиляторы, которые вообще ничего не делают, за медом не летают, просто в улье находятся, и просто машут крыльями с определенной частотой, поддерживая температуру в улье. То есть пчелы-вентиляторы, как бы, да. Есть солдаты, есть работяги, там есть кто-то еще. Короче, вот этого улья у нас, как бы, у нас его нет, но ничего удивительного, потому что советская власть даром не прошла. К тому же мы живем в эпоху торжествующего эгоизма. Все эгоисты, как бы, значит, такие с молоком матери эгоисты. Это проповедь эгоизма, это постоянная проповедь. Ты должен, ты можешь, ты умеешь, пусть весь мир подождет, как бы, там, ты достоин того, там, ты должен, давай, короче, вот эта вся эта вакханалия такая, значит, она происходит в нашей голове, так или иначе. Вот. И одно из любимых слов, как бы, там, мне нравится, мне не нравится, так, я так не думаю, я так не хочу, я хочу так. Вот. А я вот думаю, что вот это вот, вот я вот думаю, что-то там думают еще себе люди, якобы. Вот. Значит, и нет вот этого тела, где каждый орган на своем месте, и когда глаз и нога не спорят между собой, как там Павел пишет, что если все тело глаз, то где ноги, там, если все тело руки, то где уши. Вот. Каждый на своем. Вот. И вот в этом ситуации как бы, это не сегодня возникло, не завтра пропадет. Оно вообще не пропадет. Оно будет развиваться и будет разъедать, как бы, как ржа, как бы, вообще душу человеческую, этот эгоизм. Потому что люди сумасшедшие. Мы живем в сумасшедшем доме, вот, и просто мы не обследованные. И вы посмотрите, как бы там есть некоторые срезы, как бы, значит, там, да, какие-то отчеты психологов, например, статистика там, заболеваний различных, там, или просто, допустим, да тот же кинематограф там какой-нибудь, только не попсовый, а какой-нибудь артхаусный, который поднимает настоящие проблемы человека, как бы вытаскивает их из страшные проблемы современного человека, сытого, в принципе, как бы, в общем-то, как бы обеспеченного человека. Ну, никто не жил так хорошо, как живет сегодня человек. То есть, не знаю, это космос, фантастика, там, чтобы хозяйка, например, столетней давности могла бы представить себе, сколько машин сегодня помогают на кухне человеку. Или там автомобили наши современные, как бы, это же целые домики на колесах, как бы, это же максимальная степень комфорта. То есть мы живем в комфорте, который никогда не слыхан был, не видали, не слыхали такого. И при этом мы все сходим с ума от какой-то паранойи, тоски, печали, одиночества, там, того, сего. И это будет дальше развиваться. Как бы. Но христианство – это противоположное. Явление. Христианство как явление, как начало новой жизни, как некое откровение Бога о человеке, каким может быть и должен быть человек, оно имеет как раз такой вот общинный характер. И вот эти святые, которые за нашей спиной, они это святые другой эпохи.
тогда, когда, той эпохи, когда вот эта вот общинность, так сказать, соборность, общинность, кафоличность, когда она, ну, не обсуждалась, потому что она была совершенно реальна, потому что люди просто так жили. Они жили полисами, деревнями, городами, которые, значит, вообще привыкли все делать вместе и решать свои проблемы и так далее. И когда церковь вошла в этот мир, она внесла в него закваску новую, другую, но люди жили вот именно экклесией, то есть собранием. Поэтому возможно было возникновение вот такого рода святых. Смотрите, у нас, я не помню, сколько было епископов Римской империи на момент Первого Вселенского собора. Эти оба святых, Николай и Спиридон, это люди Первого Вселенского собора, эпохи Первого собора. Это переломная эпоха церкви. Константин, значит, такое легализация христианства и уже такое широкое распространение веры. Не при помощи мучения и свидетельства, а при помощи уже там миссии, богословия там, и так далее, борьбы с язычеством. Они как раз в том мире жили. Ну, так случилось, что мы очень мало про них знаем, как бы они такие евангельские люди, потому что гораздо больше, например, мы знаем о их современниках, там, чуть младших современниках, там, Василий, Григорий, Иоанн. Это нормативные епископы, вообще нормативная святость церкви явлена нам Василий, Григорий, Иоанне. Это нормативные епископы. За моей спиной изображены люди, которые прославились не как епископы, в принципе. Мы их как епископов даже как бы и не чтим. Епископское служение загорается ярким светом как бы на там, Григории Двоеслове, например, там, на Августине Ипонийском, там, на Василии Великом, на Григории Богословии, на Иоанне Златоусте. У нас этих трех хватает. Это образованные люди. Это как раз послеконстантиновские люди. Это люди, которые должны были постоянно вести борьбу там, с арианами, амиусианами, там, это, такими-сякими. Там, потом началось там, значит, на Западе там было свое, там, как бы на Востоке свое. Это борцы с ересями, организаторы, трибуны, проповедники. Ну, Григорий немножко там отдельный. Он такой поэт и отшельник такой. Он это вечно убегающий от людей человек. Как он там писал про себя после епископской хиротонии. То есть то, после чего люди прыгают на одной ножке и хлопают в ладоши от радости, что они епископами стали. Григорий говорил: «На мне помазание и дух, опять хожу сетую и плачу». Он не хотел ни священства, ни епископства, вообще ничего этого не хотел. Он хотел быть один и размышлять о том, где моя Троица. Значит, он вот это вот вечно умом куда-то возлетал, куда-то в заоблачные дали, значит, а там, где моя Троица. И он писал стихи, разбирался в Писании, там что-то, значит, про себя там заучивал наизусть, там умерщвлял свою плоть и пытался вести жизнь такого христианина-философа, скажем, больше, чем епископа. По необходимости он стал проповедником, и благодаря его проповеди мы получили как бы такого нового Иоанна Богослова, что ли, да, такого высоколетящего человека. Как потом уже другие говорили, допустим, Кирилл и Мефодий, наши просветители, благодаря которым мы умеем читать, не только мы, а полмира научилось читать благодаря им на кириллице. То вот Кирилл, как бы он был такой философски очень одаренный человек, он хвалил очень именно Григория Богослова, он говорил, что его сочинения необходимы для проповедника, как меч для воина. Что все остальные отцы похожи на тяжелую дубину, как бы ею можно оглушить врага, но не убить. А Григорий похож на острый меч. Если ты воюешь этим мечом, ты рассекаешь врага надвое, как бы он больше не может подняться. То есть Григорий это отдельно. А вот Иоанн и Василий это такие вот епископы. Вот то, чего мы жаждем, как бы. То, чего жаждет как бы церковная полнота и о чем тоскует как бы сердце человеческое. Это люди неподкупные, не бескомпромиссные, совершенно как бы никого не боящиеся, аскетичные в быту и постоянно обращенные к пастве и к врагам. У них как бы два лица, как бы одно к врагам грозное, другое к пастве милостивое. Но они довольно разные в том смысле, что Иоанн это проповедник, он народный вождь, он как Моисей. Он везде с людьми, и люди везде возле него, они готовы были бы души свои за него отдать, они его любили до беспамятства. Ну, при том всем, что его в равную меру ненавидели все, кто более-менее был облечен властью, как в государстве, так и в церкви. То есть это такой, ну, такой борец и трибун, такой вождь, народный вождь и проповедник. А Василий такой организатор. Василий умел везде за своей спиной, там, где он прошелся, как бы, значит, пару шагов, там за его спиной оставалась всегда строгая церковная организация.
выстроенные чины церковного служения, вспоможения, милости, там, значит, там, чтецы-псаломщики, аскеты-девственницы, там, он как-то все это выстраивал, там, умел как бы организовывать церковь как структуру, ну, одушевляя ее в том числе и своим подвижничеством. Так вот, они тоже семейные люди, они совершенно как бы выросли, как бы вот эта святость как бы очевидная их, она, вот, про них мы ничего не можем сказать. Мы знаем, что Спиридона была дочка. И не одна, несколько дочерей, он же был женатый, это был еще период женатого епископства. Про Николая знаем только, что дядя его был иерархом, а там папа, мама, как бы все очень так в тумане. Николай вообще все спрятал от нас. Потом нам открыл свои чудеса, как бы, а про себя ничего не рассказывает. Как бы. Вот. И повторяю, что мы знаем их не как епископов. Мы знаем их как блаженных чудотворцев, как помощников, как каких-то ангелов Божьих, каких-то, которые вмешиваются в человеческую суету, не гнушаются залезть в самую глубину как бы, грязи людской и там из этой грязи вынимать как бы, живые души. Как бы, они занимаются, в общем-то, каким-то неепископским делом на самом деле всю жизнь свою, посмертную особенность. Это, кстати, очень важно заметить, что наш народ, как бы, что он хочет от святых? Хочет практической помощи. Помогите мне, дайте мне, да, если хотите, чудо. Там, помогите мне в квартирном вопросе. Допустим, там, кто из нас молился Василию Великому о решении квартирного вопроса? Ни одна живая душа. Допустим, святитель отче Василий, помоги мне там, значит, поменять однушку на двушку, например. Да? Кто-нибудь просил когда-нибудь такой к Василию? Никогда в жизни. Спиридона просят постоянно, именно так. Зубы болят, как бы нет денег там, значит, самое, на импланты какие-нибудь, да? К Спиридону валят со всеми такими просьбами, как бы с утра до вечера, как бы, со всех концов Вселенной. К Василию приди с этим вопросом, он тебе скажет, может, хочешь, я расскажу догмат о Святой Троице? Он говорит, нет, мне не нужно никаких догматов, как бы у меня зубы болят, как бы, правильно? То есть, что мы хотим от святых? Мы хотим конкретной практической помощи. Это хорошо или плохо? Ну, не знаю, хорошо это или плохо, сами подумайте. Все, что хорошо, бывает плохо. В нашем мире нет такого хорошо, которое не было бы плохо. И нет такого плохо, чтобы не было хорошо. По идее, надо и то, и другое. Потому что если церковь, например, в мире подвергается исчезновению, поруганию, поношению и внутреннему разложению от слабости, от отсутствия соли, как бы сказал наш Господь, что соль имейте в себе. И мир имейте между собой. Соль нужно иметь в себе. Несоленая соль, как бы, это мусор выбрасываем на попрание. А соль – это как раз соль догматов. Это новый ум, как Павел пишет. А мы имеем ум Христов. Это разумение догматов. Вот это то, что называется богомыслием, то, чем должен быть занят ум человеческий. Размышлением о сотворении мира из ничего. Размышлением о благом управлении Божиим, память о Божьих чудесах, явленных в древние и новые времена, особенно то, что Писание описывает, переход через Черное море, там, и манна, и прочее, все это нам в назидание написано, чтобы мы знанием Писаний не теряли надежду, как сказано. Вот. И на самом деле вот это дело Григория, Василия и Иоанна, оно вообще первенствующее на самом деле в церкви. Это, повторяю, изучение догматов, изучение писаний, разбор подробный священных текстов с тем, чтобы найти в них сладость и утешение, потому что писание существует для утешения. Вот я повторю, как там пишется у Павла, чтобы, значит, вся сия написана нам в назидание, чтобы терпением и утешением писания мы не теряли надежду. То есть писание Божие существует для утешения в том числе, вот с этим нужно к ним идти. Но мы как бы, значит, как бы здесь у нас исторический провал. Существует некий такой, высокоумие у нас не в чести. Наоборот, так сказать, было даже время, когда слово «философ» было ругательным. Когда захочешь чем-то там поговорить, там, говорит, о, тоже у меня философ нашелся. То есть философ – это почти ругательство у нас. Ну, по крайней мере, в советском периоде так было. Никаким образом не умаляя ни Николая, ни Спиридона, это просто невозможно. Их невозможно умалить. Это, если хотите, там какой-то, значит, как бы, ну, Петра и Павла можно там сравнивать, скажем, там, с Михаилом и Гавриилом, как бы, Спиридона с Никодимом можно тоже сравнить с какими-то архангелами. Есть там у нас Уриил, Рафаил, Силафиил, как бы, это такие, какие-то архангелы уже, это уже не люди. Поэтому умалить их невозможно. Но возможно подвергнуть некоторой такой справедливой критике это
стучание в небесные двери только за земной помощью, только за тем, чтобы помогли. Это не должно быть доминантой, это не должно быть всегда. И нельзя обращаться к святым только за этим. К святым нужно обращаться за целым рядом вопросов, связанных именно с верой. То есть как верить, как веру умножить, а не потерять, как верить правильно, а не как-нибудь, как мне нравится. Это я хочу, это мне не нравится, это я буду принимать, это не буду принимать, потому что мне не нравится. То есть как в полноте принимать благовестие. Значит, и чтобы вы знали, книги святых не менее святы, чем мощи святых. Нас вот привезут, например, в Москву, там, или там, не знаю, ну куда там, ну в Питер, там, в Ростов Великий, там, какие-нибудь святые мощи, там, Георгия, там, того же Спиридона. Слушайте, ну эти очереди как бы достойны восхищения. Но, как я вам уже сказал, нет такого хорошего, чтобы оно не было плохим. Один из святых, уже близких к нам по времени, 18-го, по-моему, века, грек, диакон такой был один, я сейчас не запамятовал его имя, он говорил, что книги святых не менее, а то и более святы, чем мощи святых. Потому что в книгах святые буквально с нами разговаривают и объясняют нам некоторые вещи, без понимания которых мы так и будем всю жизнь во тьме блуждать. Вот. И если ты хочешь там поцеловать святыню, как бы, значит, у тебя может быть дома собрание сочинений там, Григория Богослова, можешь целовать его каждый день. Это то же самое, что целовать его десницу, потому что он ею писал. Но вот этого как раз богословского, такого богословского эроса, такой жажды, как пока что у нас, так сказать, в избытке не наблюдается. Ну, у нас есть, конечно, семинарии, академии, у нас есть много образованных людей, есть много профессоров, богословов. Все это есть, как бы, но вопрос не об отдельных личностях, вопрос именно об общине, вот об этой экклесии, об этом богословском погружении в проблематику мира, жизни человека и так далее. Так что считайте, что мы начали как бы разговор с вами, вот уже две вещи сказавши на запоминание. Во-первых, что святость вырастает в общине. Это не отшельники, жившие в пустынях, как бы, значит, это люди, жившие посреди мира, и в этом миру было множество людей, которыми они питались и поддерживались. Мы просто не знаем их. Мы просто знаем из других источников, из самых разных, разнообразных повестей и рассказов, житий святых, о том, что все святые, которых мы сегодня знаем, как сияющие светила, что все они к кому-то приходили за наставлением. У них тоже были наставники, как правило, за редким исключением. Они приходили к кому-то, и кто-то говорил им самые важные в жизни слова, и поддерживал их на краю падения, и утешал их в период скорби безмерной. Там, и тогда. Вот мы просто не знаем этого. Как бы Богу было угодно скрыть от нас эту информацию, но это есть. У нас, например, только Сергий преподобный, называется, например, богомудрым, потому что он без учителей стал святым. Вот он с детства как-то вот это почувствовал, это влечение Духа Божьего. Ну, это как-то по каналам родства от мамы с папой перелилось в него. Но вот он не имел учителей, все остальные имели. Серафим Саровский, например, ну, это солнышко русской истории. Это просто оправдание бытия русского народа, если хотите. Он в юности, как бы, значит, решая, куда ему там направлять свои стопы, пошел сначала, как любой другой, к тем, кто лучше его. Пошел в Киев к преподобным поклониться, значит, этим гробам святым в Печерской лавре. А потом пошел к живому святому, к Досифею, который оказался женщиной потом по смерти. Затворник Досифей, там, значит, на самом деле Досифея, жил себе в затворе в Китаевой пустыне, который сказал этому юному Прохору: «Иди в Саров, ты там нужен». Он пошел, и там у него были, он пришел в Саров, а там уже были святые отцы. Там были строители там, этой пустыни, там, и преподобные там такие были, свои подвижники, там они, у них был свой подвижнический дух. То есть Серафим не пришел в пустыню и там начал сразу в лесу с медведями жить, ничего подобного. Он жил внутри общины и учился от других, и он показывал потом на них пальчиком, как на тех, кто выше его, говорит, вот за молитвы этого отца, за молитвы этого отца, там Бог уберег меня, там научил меня этому, этому. Понимаете, то есть они жили вот в этом всем. Мы, допустим, говорим про Серафима, как бы, у нас может создаться впечатление, что он как бы один Серафим, больше никого. Нет, это были такие кусты, на которых много цветов росло. Как вот, опять-таки, у того же Василия Великого, там, у него там в семье 10 и более святых. Там один за другим там гнались, у них было соревнование в святости. А я весь пост не буду есть, как бы, значит, а я весь пост не буду пить еще. А я буду, значит, это самое, 100 поклонов класть каждый день. А я буду 250 класть. Они соревновались в святости. И святее всех был не Василий в этой семье.
по общему признанию, самая великая в них там была Макрина-младшая, старшая сестра Василия, которая воспитывала самого Василия. Василий на нее как на маму смотрел. Она научила его писание читать и воздерживаться, и умом своим обуздывать страсти, и полюбить учение, полюбить, значит, девство полюбить и так далее. То есть там это все очень в большой такой связи, понимаете? Они не стоят... Вот с ними мы не знаем, кто как там подвинул, там подсказал, там научил. Потому что у всех остальных мы знаем более-менее. Там, где больше источников есть, там, где эта география предоставляет нам больше информации, мы знаем, что те, которые перед нами сияют незаходимым светом, у них в период юности, детства, поиска, там, в период там, борений, страданий, у них были кто-то был у них, кто был старше, мудрее, сильнее, добрее, как бы, кто мог приголубить, обнять, утешить, потом подстегнуть, значит, подтолкнуть, говорит, давай вперед, дальше воюй. Вот, вот нам это все нужно. Потому что может создаться иллюзия, как бы, что вот, ну, вот есть какие-то святые, как бы, значит, и, ну, и все, как бы, и больше ничего, как бы, и теперь давайте пойдем к ним просить, чтобы зарплату прибавили. Как бы, значит. Ну, как бы так получается. Церковь нужно узнавать изнутри, через себя, потому что она та же самая, церковь та же самая. Что-то меняется в церкви, там охладевает, может быть, огонь ревности. Ну, тот же преподобный Серафим говорил, что ничего вообще не поменялось. Вообще, Бог какой был, такой остался, как бы исчезла ревность. Ревность о богоугождении исчезла. Исчезло это такое горячее желание Богу послужить. Всяким образом послужить. Кто на что горазд, кому сколько благодати Бог отмерит. Это вот это поменялось, остальное все остается тоже. Где чудеса твои древние, там спрашивали еще евреи в древности, как бы, и им отвечали пророки, мышца моя не ослабела, рука моя не сократилась, как бы, вы изменились, я нет, я Господь, я не меняюсь. Значит, общинность – это как бы задача номер один будущей жизни нашей. Потому что в одиночку мы пропадем. Даже в советское время там была такая песенка «Возьмемтесь за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Вот. И любить, ну, все-таки это православные святые, это святители, которые прекрасно понимали, во что и в кого они уверовали. Которые сопротивлялись ересям, которые защищали догматы, защищали, может быть, не так, как великий Афанасий там, или другие там, образованные отцы, по-другому, там, видите, с кирпичом, явное чудо Спиридон совершил, там, показав, что плинфа одна, а в ней три, вода, глина и огонь, то есть он, а Троица богословствовал через чудо, там и Николай такой же был в свою меру, как бы, значит, вот, и нам нужно именно понимать, что вот у них в руках книжка, например, у каждого из них. Что за книжка у них в руках? Приходя к ним за просьбами, например, надо, как бы, надо спросить, что там за книжка у тебя, отец Николай? Что за... Кстати, мы его там не называем владыка Николай, да? Нас вообще попов называют отцами, епископов называют у нас вообще владыками. Ну, а какие они владыки, слушайте? Какие они владыки? Они папочки, отцы настоящие. Владыка такой, владыка такой. А это такое... Нужен ты владыке? Здрасте, он тебя не видит, вычитное стекло. А этим ты нужен, потому что он папа твой. То есть мы без отцовщины еще, возлюбленные Господи. Мы без отцовщины. У нас ослаблены не только связи там, скажем, внутрицерковного общинного бытия, у нас ослаблены естественные семейные связи. Каждый человек рождается от мужского семени и материнской крови. Но где эти папы? Далеко не каждому дано счастье иметь отца в семье. Что все имеют счастье иметь отца в семье? Или если они его имеют, имеют ли счастье иметь нормального отца в семье? Чтобы не бояться его, когда пьяный домой придет, а чтобы любить его, и чтобы он с тобой занимался, уроки с тобой учил, там, научил ты на коньках кататься, рыбу ловить, там, не знаю, там, карбюратор разбирать, там, не знаю, что там еще там научил тебя. Ну, вот. Этого счастья нету у подавляющего большинства людей. По крайней мере, у нас, не знаю, как, где, как, например, в Индии живут, я не знаю. Может, там прекрасное отцовство, кто его знает, или там в Китае кого-нибудь, или в Анголе. Я не знаю, там не жил. Но у нас тотальная безотцовщина. Папы типа есть, биологический родитель это называется на сегодняшнем птичьем языке. Кто-то же там маме сделал хорошо, как бы, и она стала, значит, это самое, стала мамой. Вот. А вот так, чтобы отец был, вот, не биологический, а реальный, это трудно. И духовных отцов нет, тем более, если физиологических, как бы, с трудом наберешь, как бы, значит, таких семейных, нормальных мало, то с духовными вообще торба, как бы, значит, где их взять? Вы же, наверное, многие бегали там с севера на юг и с запада на восток в поисках духовного отца. Хочу духовного отца.
Наверняка здесь есть такие, которые этой проблемой были озабочены. Хочу духовного отца. Там большой вопрос, зачем он тебе нужен? Ну, тебе зачем духовный отец? И ответов нету, как правило, на этот вопрос. Ты прям что, такую духовную жизнь ведешь, у тебя прям надо так вот так, так микрон направо, микрон налево, так точно нас наставлять, что ли? Что иначе ты как бы улетишь в другую галактику, да? Нет. Особо духовной жизни мы, так сказать, не ведем, нас не нужно как ослов там-то подстегивать там, или морковкой кормить. Нам как бы мы уже дожили до какого-то такого странного такого состояния, что мы не имеем духовных отцов, да уже и потеряли в них необходимость. Уже приходится говорить, совесть есть, ну, пока еще есть немножко. Чуть-чуть осталось. Как бы. Книжки читать умеешь? Умею. Знаешь, когда до церкви ближайшей дойти? Знаю. Хватит. Вот тебе духовные отцы. Руководствуйтесь совестью, здравым смыслом, читайте правильные книги и неопустительно ходите в храм Божий на богослужение. А дальнейшее покажет Господь, как вы еще можете Богу послужить. С какими страстями бороться, какие грехи оплакивать, что в жизни своей исправлять, на что надеяться. Это дальше Бог покажет. Но элементарные вещи, базовые, это совесть, разум, книга, храм. Потом должны возникнуть друзья и братья и сестры во Христе, которые как-то так тебе резонансно с тобой как бы общаются, ты входишь в резонанс с ними, у них те же интересы, как бы ты можешь книжками меняться с ними там, а я вот такой фильм посмотрел, ух ты, я тоже посмотрю, там, а вот давай поехали там вот туда, ты был в этом храме, не был, поехали посмотрим там. И какой-то такой уже начинается, ой, у меня денег нет, слушай, у меня есть, тебе дам. Вот уже все, уже появились братья и сестры. Вот и все, вот наши духовные отцы. Но хочется, конечно, больше. Вот это вот духовные отцы, пожалуйста. Ни владыки нет, именно духовные отцы, папы, которые могут, так сказать... Кстати, опять-таки, снимем с себя некоторые очки. Они в житии подчеркиваются, что они наказывали людей. Они не только миловали, но и наказывали. Николай вообще дрался, как бы драчун такой был, такой временами. Вот. А Спиридон там мог, например, там какого-то тщеславного дьякона там голоса лишить, чтобы он там не выдувал там лишние ноты, как бы, значит, на потеху своему тщеславию, чтобы пел Богу, как положено, со страхом. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. У нас тоже, ну, это ж на хоре и в диаконском служении, как бы, такое поле для того, чтобы дурами фасолью, как бы, значит, Бога раздражить, как бы, что дальше, ты Богу служишь, или ты это сам, или ты в театре выступаешь? Да, это тоже так, но это не самая главная проблема нашей жизни, это ерунда, но тем не менее. Спиридон с Николаем довольно строгий, как и подобает отцам на самом деле. То есть отец, он же, это же отец, это же грозное слово. В слове «мама» слышится биологическое тепло. Это утроба, это грудь, это защита, это ласка, это шепот на ушко, это вот погладить по головке, это мама, это биология. Это теплое, значит, такое иногда темное, как, именно как утроба. Такое тепло-темное место, в котором тебе хорошо. Вот, как под одеялом, когда тебе страшно, как бы, когда ты залез, скрутился в калачик, как бы, значит, опять вернулся в форму зародыша. Как бы. Мы так и делаем. Когда нам плохо, как бы, мы пытаемся вернуться в какое-то теплое лоно, в котором нам не страшно. А в слове «отец» слышна уже цивилизация, культура, ответственность, закон, порядок, подзатыльники, если хотите. Сладкие ковришки с подзатыльниками вместе. Это все в слове «отец» есть. В маме этого нету. В маме есть только, значит, тепло, любовь или истерика. Все. Ну, это слово «мама», ну, если быть честным. А папа – это такое, там, шкуру спущу, все, это папа. Там, или там, вот это делай, как бы, это брось, это ерунда, вот этим занимайся. Это папа. Короче, значит, вот два папа, если хотите, перед вами. Эти люди жили очень далеко и очень давно. Ну вот так вот спроси, например, у того мужика там в 19-18 веке, там, какой национальности святой великомученик Георгий? Ну, конечно, русский. Егорий? Что ты спрашиваешь? Русский, конечно. Что, Егорий не русский? А какой? Тьфу на тебя. Егорий русский. А Никола? Конечно, русский. А какой еще? А что, нет, что ли? Нас так это самое... Видели картину Васнецова «Христос перед народом»? Стоит такой Господь, такой картинно-величественный такой... Перед ним стоит, одни бабы стоят перед ним, один дед, значит, такой в лаптях стоит. Если, ну, если вспомнить Васнецова, как бы. Да, это очень известная картина. Христос перед народом, как бы, значит. Стоит Господь с нимбом такой, значит, все как положено. Красиво нарисован, так, значит, вот так привычно нарисован, скажем, да? Не так, не скажем, как у Гена, например, там не разберешь, где здесь кто, где Пилат, а где Христос, непонятно. А там так все так натуралистично, красиво, как бы, да, понятно нарисовано.
за спиной у Христа самые любимые русские святые. Обязательно Николай, обязательно Георгий, не помню, кто еще. Но Николай с Георгием там прямо вот на своем месте, потому что это русские святые, что еще хотите, как бы. Значит, ну и там, повторяю, там бабы разных возрастов, там от молоденьких, значит, до старушечек, значит, один дед только, да, повторяю, и один студентик. В тужурке такой, значит, такой подстриженный, такой стоит, такой щуплый, такой воробей. Какой-то Митя Карамазов какой-то стоит, значит. Вот, все. Ни одного барина, ни одного военного, ни одного губернатора, ни одного профессора, ни одного, кстати, архиерея, монаха или священника. Ну, и так Воснецову показалось, что как бы, Христос на Руси нужен только бабам старым, как бы, значит, и одному гимназисту. Это, конечно, глубоко порочный взгляд, так это неправда. Потому что в его время, например, в это время жил Иоанн Кронштадтский. Ничего себе, как бы, таких священников никогда не было и больше не будет. Его же память празднуем сразу после Нового года, 2 числа. Ну, не было таких священников и не будет больше. Иоанн Кронштадтский, он жил в это время. А Воснецов слепец, не нарисовал его там. А там он должен был первый стоять, там можно было ни одной бабы не нарисовать, а Иоанна Кронштадтского нужно было нарисовать. Ну, короче, но Никола с Георгием, как бы они как бы там, как, ну, как русские, да, вот, и в этом есть какая-то такая трогательность такая, я здесь никак не ругаю наших предков, они правильно все понимали, потому что они действительно русские, Никола с Георгием. Грузинам скажут, что они грузины, и тоже будут правы. Вот, а допустим, там, если вам случится быть где-то в Ливане, скажем, там, или где-то поближе, там, в Ближнем Востоке, то там почти каждый второй христианин-мужчина – это Георгий. Если, а кто Георгий? Он скажет, что он здесь, в Ливане, жил. Ну, это правда, он там жил. Вот, а в Англии, в средневековой, по крайней мере, с именем Георгия засыпали и просыпались. Это был самый любимый святой. То есть каждый народ вправе считать их своими, и это правда. И мы считаем Спиридона и Николая своими, потому что они общие, они для всех. И это, то есть, смотрите, вот сейчас за стенами нашего этого места собрания храма там снег, мороз, там т.д. Вот они никогда не жили в таком интерьере. Они никогда не хрупали по снегу в валенках, никогда не лепили снежную бабу. Они никогда вообще, нашу жизнь, по идее, знать не должны. Они жили там, где пальмы растут, там, где зимой снега нет, там, где вообще все другое. Но, тем не менее, как бы они, им не скучно и не нудно как бы, совершать чудеса с нами тоже. Не только с нами, но с нами тоже. Они же совершают чудеса как бы, не только на пространствах Российской Федерации, как бы, они действуют, как бы, продолжают действовать и в Греции, и в Америке, и в Японии, там, и где-то еще. Везде, где их призывают на помощь, где их любят, и там, где Бог разрешит. Тоже они не действуют по своей воле, а куда Бог пошлет. Бог лучше знает, кому больше надо. И они совершают эти чудеса. Это кафоличность. Это очень яркая такая черта, когда люди, жившие очень далеко, и очень по-другому, и очень давно. Сегодня в наш век телефонов, ракет, там, значит, спутников, самолетов, интернета там, и так далее и тому подобное, совершенно в другой географии, в другом климате, с другой едой, с другим языком. Они совершенно как бы, спокойно осваиваются в любую эпоху, в любом месте, в любое время. Продолжают свое священное действие. Это о чем вообще говорит нам? Ну, собственно, это и есть любовь. Еще это, знаете, это такое, это великое откровение о человеке. Оказывается, вот каким может быть человек. И все, что совершилось с одним человеком, это является достоянием всего человечества. Вот интересно читать про то, на что человек способен. Допустим, там какой-нибудь там Алехин, например, Царство Небесное, там, был такой шахматист у нас великий. Он, например, мог вести там 30 сеансов одновременной игры, значит, на 30 досках с 30 противниками, стоя спиной к этим доскам. В голове держал все эти комбинации, как бы, и только называл там Е6, там С8, там конь. А этому там... Это, можете себе представить вообще, на что способен человек? Ты читаешь, думаешь, ничего себе. Это что, люди на такое... А там читаешь про кого-нибудь там другого там, человека, там какого-то математика, там, или бегуна, или боксера, или там пловца, или архитектора, там, или музыканта, какого-нибудь Моцарта, какого-нибудь, который там
с завязанными глазами в 5-летнем возрасте с закрытой клавиатурой, на клавиатуру специально клали какую-то ткань, чтобы клавиш не было видно, исполнял перед епископом Зальцбурга такие сложнейшие вещи, маленький ребенок, он не дотягивался до тех самых, до педалей на клавесине, на этом, что как бы, ну как это, откуда это? Это совершенно как бы божественный ребенок. То есть это интересно вообще узнавать, вообще, на что способен человек. В случае Николая Спиридона мы видим, на что они в высшей степени способны. Человек, оказывается, после смерти способен активно и деятельно продолжать разумно нравственную жизнь. При этом для него не существует никаких географических, пространственных барьеров или языковых, то есть, которые существуют для нас. Там, виза, длинный перелет, неизвестный язык. Да? Это наши сложности для путешествий там, или для работы за границей. Никаких вообще. Они как птицы свободные, летают по всему миру, посещают все страны, помогают кому хотят, кому, опять-таки, повторяю, кому Бог благословит. Вот. Это на этом всем видно вообще, кем может быть человек. Что если посмотреть просто на людей, ну, на нас, на меня, на вас, на тех, кого мы знаем, вот, по кладбищу пройтись, по-любому, то возникает это грустно-щемящее чувство, что как бы был ли мальчик вообще, зачем жил человек, что оставил по себе, что вообще вот это все. Так больно рожать человека, так трудно растет человек, так у него зубки режутся, так он этот мир узнает, этот великий там, такой он красивый в детстве, значит, потом как-то вырастает, не пойми, как бы зачем вырос, как бы зачем родился. Так пожил, как бы там тудым-сюдым, потом как-то... Есть такой поэт Чичи Бабин, то у него такой есть какие-то жестокие слова про похороны, такой, потом бух, мясо в яму. Все. И что дальше? Ничего. Кажется, ничего. Когда стоишь над некоторыми могилами, как бы начинаешь сомневаться в том, что мертвые воскреснут. Потому что человек, лежащий в этой могиле, в это не верил, и не хотел этого, и не думал об этом, и не стремился к этому, и никогда об этом не молился. И вообще ему до лампочки было все, что ты сейчас там захочешь там подумать или сказать там над ним, о нем там, или о Христе, который воскрес. Ну живут, ну когда люди мимо живут. Помните же, что слово «грех» означает «мимо». Амартия, это греческое слово, означает «стрелять мимо». То есть ты стреляешь, как бы, ну мимо. У тебя как бы кривое дуло, как бы. И ты как бы целишься, оно туда летит, как бы вообще не туда. Не то, что там в молоко, вообще не туда. Мимо. Прожил мимо. И это, конечно, ужас. Это ужасно. Человек рожден быть царем. Замысел Бога о человеке, можно только догадываться, конечно, разные грани замысла Божьего о человеке, там, и почитать опять-таки у святых, там, зачем Бог человека создал. Там говорит, как царя. Чтобы все слушались его, и он не деспотически управлял подчиненными там, в виде там, скотов, рыб, гадов, там, земных, там, дерева, травы, там, злаков. Чтобы он бережно и с любовью, значит, управлял вселенной, чтобы он носил на себе отблеск небесного царя. Аминь. Великолепные слова. А еще человек создан как дом, как палата царская, в которую царь сам заселиться хочет. Хочет зайти, говорит, приду к ним и вселюсь в них и буду в них жить. То есть как бы такой живой дом, жилище такое, жилище Божие. Вообще класс. Как евхаристическая чаша создан человек, чтобы он был налит, набран, как бы наполнен святыней. Потому что есть разные чаши. В Апокалипсисе, например, есть образ некой блудницы, которая сидит на звере багряном, и у нее в руках чаша мерзостей. Чаша мерзостей – ее блудодеяние. И она пьяная, веселая, напившаяся кровью святых. И у нее чаша, знаешь, всяких безобразий. А человек создан, чтобы быть чашей святыни, чашей Евхаристии. Такой живой сосуд, живая чаша. А, допустим, вот святой Николай Сербский говорит, что видели звезды на небе? Видели. Все видели? Все видели. Богатые видели, бедные видели, все видели. Это царский венец над головой каждого человека. Звездное небо – царский венец над головой каждого человека. И человек – это не то, что помещается в могилу. Это то существо, ради которого вся вселенная создана. Без меня мир не полон. Вот это говорил довольно гордая фраза, но в принципе, если ее по-святоотечески перетолковать, она правильная. Это говорил Андрей Платонов. Без меня народ не полон. Человек, без человека мир не имеет смысла. Сколько нужно людей, чтобы мир закончился, как бы выстроился в законченную красоту? Вот уже там
приливы и отливы, там уже, значит, там уже чайки там кричат над волнами, там, вот уже солнышко поднимается и садится, вот уже тучи двигаются туда и сюда, вот дождик льется, вот трава шумит, вот деревья там, вот все там, вот уже волк за зайцем бегает там по полям, вот уже все живет, уже в траве на каждом квадратном сантиметре уже там копошатся всякие муравьи там и кузнечики, вот все уже есть, а людей нету, это не мир, это не нужно, это никому не нужная машинерия, какое-то сложно созданное явление, которое не нужно никому. Богу в том числе. Как только появляется один человек, один на всю Вселенную, один где-то, вот сидит на утесе, смотрит на закат, все, мир закончен. Мир закончен. Человек, вот именно размышляющий, молящийся, работающий человек, то есть любой, ну человек, одним словом, который то работает, то поет, или работает и поет, то молится, то плачет, то что-то вспоминает, думает, о чем-то тоскует. Вот такой человек нужен, и без него мир не полон, а с ним мир полон. То есть с каждым из нас мир полон, с одним из нас, любым. Это человек. И вот над ним распростерт этот звездный венец на небесах. Как бы, и если хотите, то весь мир – это храм, а человек в нем священник. Тоже такое есть прозрение у некоторых святых. И каждый цветок – это кадильница, а каждая птичка – это псаломщик, а человек – это священник, а весь храм – это весь мир – это храм. И в этом храме нужно служить всемирную литургию. Вот так можно красиво сказать о человеке. Это вообще никто больше красиво о человеке говорить не будет, никогда. Потому что все атеистические формы мировоззрения, от консервативных до либеральных или ультралиберальных, как бы, они стремятся либо выжать из человека прибавочную стоимость, либо поиздеваться над ним и изменить ему что-нибудь, там, хоть пол, хоть что-нибудь ему, хоть живые зубы на фарфоровые, но что-то надо ему изменить, надо его испортить, короче, исправить, так сказать. И все смотрят на человека, как на будущего трупа, который никогда не воскреснет. Все формы мировоззрения, кроме мировоззрения этого божественного, богооткровенного, христианского, это формы человекоубийства. Все коммунизмы, либерализмы, социализм, это, вся эта дрянь, вся вот в мешок засунь ее, завяжи и в море кинь, и не жалко. Они все убийцы идеологические, потому что для них человек – это просто вонючее мясо, которое по смерти нужно быстро закопать, и никто никуда воскресать не будет, в их понимании. И не нужно ничего больше. Да. И только церковь одна, слава Богу за нее и слава ей, потому что она невеста Божия, только она продолжает говорить нам, что нет, человек – существо таинственное, глубокое, неизмеримо глубокое, в каждой клеточке своего бытия, в каждом ноготочке, в каждом капиллярчике. Это храм Божий, это священник всемирный человек, это образ небесного царя, это вечное существо, в котором есть вечное достоинство. И которая проявляет себя вот именно во Христе Иисусе Господе нашим, потом отказаться от Христа – это просто самоубийство. Это одна из самых ярких форм безумия и самоубийства. И вот мы живем в этом мире, в котором, собственно, превалируют самые разные идеологии, для всех из которых мы являемся просто ходячими трупами, временно ходячими трупами. И ничего вечного они нас не наблюдают. Уже от одного этого нужно просто похолодеть от ужаса и полюбить церковь. Со всеми слабостями нашими, поповскими, там, со всеми слабостями там, значит, других разных там, значит, иерархических степеней, как бы, слабости неизбежны. Человек – это после грехопадения как бы, поломанный рояль. Ты хочешь на нем сыграть Шуберта, а получается собачий вальс. Это нехорошо играет, этот поломанный рояль. Но все равно, только церковь, и больше никто, и ничто, и нигде, и никогда больше, кстати, да? Не скажет о человеке ничего хорошего, и не утешит его, и не скажет ему самые важные вещи. Если, например, вы хотите пить, и я хочу пить, например, бутылка только одна, надо выпить ее наполовину, или, например, ладно, пей, у меня еще есть. Вот я тебе отдал одну, значит, у меня еще одна осталась, как бы. Но уже было две, стало одна. И так же бывает с яблоками, телефонами, деньгами и всем остальным. У меня есть, у тебя нет, я тебе дал, теперь у тебя есть, у меня нет. Как бы, ну, понятно. А если мы делимся какой-то хорошей идеей, происходит чудотворение. У тебя есть, и у меня осталось. Например, у меня есть хорошая идея. Самое важное – это хорошая идея. Если идея правильная, если она вот в нужное время сказана, и тебя она лично касается, тебя спасли. То есть ты жил как дурак, а тебе пришли и сказали какие-то два слова буквально, или три. Самые важные слова в нужное время, и ты их услышал. Все, тебя спасли.
Тебе не нужно денег давать, там, не нужно тебя там это самое усыновлять Ротшильду там, или кому-то еще, перевозить тебя там в какой-то заморский замок. Тебе это будет не полезно, потому что дураку не полезно все. Вот если ты дурак, у тебя дырка в голове, сколько денег тебе не дай, ты будешь бедный всю жизнь. Ты еще в долги залезешь, еще умудришься. Даже если ты выиграешь джекпот $1 миллиард, ты через месяц будешь бедным опять, потому что ты дурак. То есть дураку помочь невозможно. В дырявое ведро, сколько воды не лей, оно будет дырявое, оно будет пустое. То есть надо заклеить дырку. Дырка заклеивается словами, сказанными в нужное время, в нужном месте, и вот именно вот дозировано. Вот сказали, ты услышал. Все, дырку заклеили, как бы теперь можно наливать туда и воду, и вино, и масло, и мед. Понимаете? Почему большинству людей нельзя помочь? Он говорит, помогите мне. А ты понимаешь, говорит, а что тебе нужно помочь? Он начинает перечислять тебе свои проблемы. А ты понимаешь, что вопрос не в этих проблемах. Проблема, что у него дырка в голове. И сколько ты ему не дай, ему не поможешь. Ничем. Ни ипотекой, ни материнским капиталом, как бы, ни милостыней, ни собранными деньгами. Ты ему соберешь, оно куда-то исчезнет. Он говорит, а я потерял, соберите еще раз. Ну, типа там. Или я потом, я вот шел мимо там игральных автоматов, дай, думаю, сыграю, чтобы еще больше стало, еще было. И все проиграл. Извините меня, пожалуйста. Соберите мне еще раз эту сумму. Ну, типа того. Ну, дураки они такие, как бы, им невозможно помочь. Так вот. Я хочу вам дать такое яблоко, которое у меня останется и у вас будет. Вот тот же Николай Сербский говорит, в чем разница между божным и безбожным, атеизмом и теизмом. Безбожники говорят, сначала смерть, потом жизнь. Жизнь на время, а смерть навсегда. Вот вам мировоззрение, сейчас это объясню, разжую, так сказать, для себя тоже, мне это очень нравится. Вот мировоззрение безбожников. А вера святая, которая от Писания, от отцов, от пророков, от самого Господа и от Адама, всем детям. Вера говорит, сначала жизнь, потом смерть. И смерть на время, а жизнь навсегда. Теперь попробуйте это понять. Вот если вы только это с собой унесете, как бы, вы никогда за социалистов голосовать не будете. Хотя мне, в принципе, наплевать, за кого будете голосовать. Голосуйте хоть за Жириновского. Как бы. Только в церковь ходить. Со временем как бы и с этим разберемся. Ну да, потому что это... Да, потому что да. Ну, в смысле, за кого голосовать? В смысле, нас это сейчас не интересует, как бы, но ну, как бы, когда-нибудь это заинтересует. Сейчас не досуг. Ну вот, смотрите, атеисты, вот эти честные атеисты, которые умудрились додумать свое мировоззрение до конца, считают, что жизнь возникла после смерти. Сначала была просто смерть. Какое-то сцепление какого-то хаоса, каких-то элементарных частиц, какая-то бурда, которую они сами объяснить не могут. Ну, что-то там вертелось, светилось, там куда-то перетекало, там, вот как пыль в солнечном луче в ясный весенний день. Танцевал какой-то хаос. Они этого не объясняют, потому что это, они этого не видели, как бы, конечно. Они так думают. Была просто смерть. Ничего не было. А потом она как-то, вот как-то, а как они тоже не объясняют, потому что нельзя объяснить. Возникла жизнь, как бы из этой вот этой смерти, как бы возникла жизнь. Как-то что-то слепилось с чем-то, что-то там такое, и появилась там инфузория туфелька. А потом, значит, тут они начинают жонглировать миллиардами лет, потом было 8 миллиардов лет, потом 148 миллиардов лет. Эта инфузория туфелька стала обезьяной, как бы, значит, потом еще через 35 миллиардов лет там у обезьян отпал хвост, и вот потом появился Бетховен. Вот как-то так, значит. Но потом Бетховен умрет, говорят атеисты. Умрет, он уже умер. И он никогда не воскреснет. Вот, появился Бетховен там, поиграл, потом оглох и умер, как бы все. Опять будет смерть. Сначала была смерть, потом появилась немножко жизнь, поплясала, так значит, как солнечный зайчик. Потом эта жизнь умерла, и все. До свидания. С таким мировоззрением я удивляюсь, почему алкоголизм еще не победно не распространился по всей вселенной. Потому что ничего не остается, только как напиться в зюзю после такой. Если это правда... Тут надо вставать и расходиться, как бы. Берите шапки и пальто, нам больше незачем жить на этом свете. Причем незачем жить трезвыми, кстати. Потому что если начнешь думать про это все, как бы, да, была смерть, потом возникла жизнь на время, так, ну, на чуть-чуть, там, ну, на 40 лет, на 50 лет, там, ну, в рамках нашей котячей жизни, как бы, на 60, на 70. Потом мы стали такими старыми и противными, как бы, что лучше бы, если бы эта смерть пришла. Одно дело, когда я 18, например, другое дело, когда я там 76. Там. Но это уже как бы некрасиво даже, да? Вот, и потом начинается смерть, и все, говорят нам атеисты, все. Значит, сначала смерть, потом жизнь, и жизнь на чуть-чуть, а смерть навсегда. Вот тебе мировоззрение.
Ну и как после наркоманом не стать? Спросите молодых людей. Ну что там, как там? О нем скажут, жизнь дерьмо, смысла нет, я никому не нужен, мир полон жестокости, одиночества и так далее и тому подобное. Откуда это? Из университетов, из наших книжек, из проповеди современного мира. Так всем говорят. И вдруг Николай Сербский выходит с дудочкой и поет. Жизнь всегда, и жизнь сначала, а смерть потом. Сначала Бог, Он есть жизнь. Бог есть свет, нет там никакой тьмы, Он вечен, Он неизменен, Он не пребывает, не терпит никаких перемен. И Он по избытку благости сотворяет еще тварную жизнь, которая уделяет свою благодать. И все было бы хорошо, если бы не грех, и потом из-за греха возникает смерть, но приходит добрый Господь Иисус Христос и умирает на земле от рук человеческих. И воскресает, чтобы смерть победить, наполняет смерть собою. Поэтому сначала жизнь, а потом смерть, а потом опять жизнь. О, и уже весело, уже жить хочется. И смерть на время, а жизнь навсегда. Вот вам две чаши весов, выбирайте. Выбирай. Жизнь и смерть предложила я тебе, пишет Моисей во Второзаконии. Благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе было хорошо. Кто-то выбирает смерть, таких много. А вот она тебе, смерть на время, а жизнь навсегда. И сначала жизнь, а потом немножко смерти, потом опять жизнь. Слышите, как красота какая? Четыре слова, и как красиво. А красота – это доказательство правды. Если у вас здесь есть математики, то у математиков есть такое понятие, что красивая формула непременно истинна. Вот если там было много всяких там разных циферок, там степени, там косинусы, синусы, разные там какие-то там квадратные скобки, там, потом оно все там тынь-тынь-тынь-тынь средуцировалось, там, потом там АС там равно там Б квадрат. Все, вот было... 1000 циферок, осталось 3. Красиво и просто. Это правда. Красивая простота не может не быть правдой. Это в математике есть принцип такой, принцип доказательства. Если формула красивая и проста, она истинна. Вот вам простая и красивая формула. Жизнь сначала, смерть потом. Жизнь навсегда, а смерть на время. А вместо этого... Нам с детства еще с пионерского галстука говорили, что сначала смерть, а потом немножко жизни. Как, типа как поиздеваться. А потом опять смерть навсегда. Это очень серьезно. Это вообще вопросы государственного масштаба. Потому что если у нас есть больные, сумасшедшие, значит, эти все параноики, значит, дистрофики, там, эти все шизофреники, вот, и наркоманы, там, и алкаши забубенные и так далее, это все отсюда. А нет смысла. Человек так создан, что ему без смысла жить нельзя. Вот свинья, как бы, дай бог ей здоровье, как бы, может жить без смысла. Вот кормят, она живет, как бы, значит, как-то живется ей. Может быть, она тоже страдает. Может, ей тоже снятся, как бы, поля, луга, и хочется побегать. А ее со всех сторон сперли, как бы, она в своем дерьме там, как бы, хрюкает, вот, и жрет, как бы, жрет и хрюкает, как бы. Ну, как бы, мы других свиней не знаем. Как-то так, значит. Мы не видели смерть у свиньи от депрессии. Не наблюдается, по-моему. Может быть, наблюдают уже сегодня. Вот, но человек не может так жить. Ему нужен смысл, обязательно. Нужно осмысленное бытие. И если жизнь нам не возвещается, и жизнь нас не ожидает, то это все издевательство. Все издевательство. И новогодняя елка издевательство. И детские праздники издевательство. И косички дочкам заплетать, как бы, бестолку. Это все это какие-то предсмертные агония. Вот, это как бы трупу косички завязывает. Зачем? Не надо. Все получает свое оправдание только при наличии воскресения Христова и ожидания вечного бытия во Христе Иисусе Господе нашем. Вот оттуда, из того мира, к нам приходят вот эти люди. Повторяю, что они жили очень далеко, очень давно. Но таков бывает человек. Человек может вырасти на такие величины, на такие подняться высоты, что для него... Весь мир как собственная квартира, вот как для них обоих. То есть может прийти в любую страну, в любой город, заговорить на любом языке, исцелить любую болезнь, разрешить любую беду, вывести из любой тюрьмы, открыть любые глаза, помирить любых враждующих, уничтожить всякую распрю, потушить любую бурю, любой огонь, любой шторм. Они все могут. Такими могут быть люди вообще. То есть Николай и Спиридон – это как бы это некий такой высокий норматив людей вообще. То есть какими вообще должны быть люди. И, наверное,
ну, иногда так и кажется, может быть, в этом есть какая-то часть правды, что вот, ну, а вот они вот такие, как бы, а я вот такой, как бы, значит. Вот они, так сказать, возлетели, окрылатились, воспарили, как бы, а я вот ползаю, как бы. Ну, видимо, так и надо, видимо, я буду ползать, как бы, и просить у них, у крылатых, помощи. Наверное, в этом есть какая-то правда, потому что не все могут так высоко летать. Но все-таки нужно дерзать, потому что святые ничем более не почитаются, как подражанием. Это есть принцип такой: подражайте мне, как я Христу, Павел сказал. Подражайте мне, как я Христу. Очевидно, даже Павел понимал, что Христу подражать могут не все. Но мне, говорит Павел, подражайте, потому что вы видели меня, знаете, как я живу, подражайте мне. Я для вас отец. Если у вас много наставников, то немного отцов. Во Христе Иисусе я вас родил, подражайте. И там были конкретные вещи, которым нужно подражать. В чем нужно подражать Павлу? Например, в том, что он трудяга. Он сам себе зарабатывал хлеб. Он был ручной трудяга. Шил, плел, вязал. Палаточник, мастер палаток. Хаям. У нас хамовники есть такой, значит, район в Москве. Хамовники – это слово хайма, персидское слово хайма, значит ткань. И хаямы эти, значит, это люди, которые из ткани делали палатки. Самая нужная вещь для человека на Востоке, потому что весь Восток жил столетиями в домах из ткани. Не брал то, что мог брать. То есть он потом ставил даже и говорил, что я не пользовался ничем от вас, хотя имел право. Имел право водить с собой сестру, жену, как Кифа и другие апостолы, и братья Господни, мог делать там и то, ничем не пользовался от вас, чтобы ни в чем не положить предела благовествованию. Ну и его неутомимость, его горячность, его такая двужильность, его окрыленность, чудотворство и прочее-прочее было перед глазами у людей, должны были ему подражать, все, кто его знал. Ну и мы с вами должны каким-то образом тоже подражать Николаю и Спиридону. В самом таком, скажем, народно-фольклорном виде, как бы, конечно, это класть конфеты в носок накануне Николая, там, или шоколадку под подушку. Как бы. Это же тоже растет как бы оттуда. Конечно, этого мало деткам купить по шоколадке, как бы, значит, но все-таки как-то вот это когда он тайком, он узнавал, кому что нужно, что там, помните, там, видя там, значит, некого отца, там, который там отраковится на брак скверный, там уготованный, это эвфемизм, брак скверный, никакого брака скверного, он их должен был отдать в публичный дом, никакой там не скверный брак, там, значит, это просто он трех дочерей должен был отдать в блудилище для того, чтобы покрыть долги свои, там, что-то он там надолжал, короче, речь шла уже вот о трех погибших душах. Детей, которые ничего не виноваты, ни в чем не винны. А, значит, опять-таки имейте в виду, что возраст попадания в разряд проституток в Римской империи в разные времена оговаривался по-разному, но в самые такие вот дремучие времена, скажем там, ну, дохристианские, скажем, времена, 9-10 лет – это возраст, это младший порог проституирования, разрешенный законом. А потом новелла Юстиниана там повышают этот порог, по-моему, до 12 лет максимум. То есть до 12 лет нельзя, там, чтобы девочка оказалась там в борделе. А после 12 можно. А это еще законы такие, значит, юрис патрис, как бы отец имеет полную власть над домочадцами. Отец имеет право на все. Может не признать тебя родным, он может лишить тебя имущества, он может там, что хочешь. Но уж, по крайней мере, такие вещи, как, например, за кого-то замуж выдать там, или продать их там, в какой-нибудь бордель, это у отца была такая власть. Да? И Николай узнает конкретную проблему. Речь идет о просто погибели трех девчонок, совсем маленьких девчонок. Вообще, мы когда говорим про древних вот этих всех святых девушек, например, там, про веру, надежду и любовь, например, мы ведем речь вообще о девочках там, уровня 4, 5, 6 класса. Когда мы говорим про святую Варвару, про Екатерину, про Татьяну, про Ларису, про Ирину, там, Ираиду, про этих великом, про Марину, мы говорим о 14-летних, 15-летних девчонках. Это вообще были девочки просто, по сравнению с современными как бы инфантилами, которые в 35 лет чувствуют себя маленькими, как бы. Эти люди в 12 лет уже были взрослые, как бы законченные, сформировавшиеся, готовые замуж выйти, как бы, и на муку пойти за Иисуса Христа. То есть это дети были совсем. Понимаете? Тут есть о чем подумать.
До какого возраста нужно совершать как бы это непрестанное опекание детей там и прочее, прочее. До какого возраста нужно в клюве к ним червячков носить, как бы, значит, когда они должны сами уже из гнезда вылетать там и начинать двигаться. То есть в древности все было очень сурово и быстро. Очень маленький возраст. Поэтому Николай узнает об этих людях и дает им тайком столько денег, он узнал, сколько денег нужно. Потому что если человеку, например, нужен миллион, то без толку дать ему 20 тысяч. Значит, надо дать ему миллион. Если речь идет о том, ну, вот он узнал сколько, кому, как, и тайком, значит, дает ему то, что мы про него узнали. Он с тех пор мы суем подарки анонимно друг другу под подушки. Конечно, это очень малое подражание. Этого мало. Потому что своему дитю там кто шоколадку в зубы не сунет, как бы. Даже самый плохой папа, значит, или самая плохая мама. А вот, например, реально узнавать о нуждах наших, кому чего надо, и силами общины пытаться помочь, здесь нужно, конечно, стараться. Потому что наши общины из миллионеров не состоят, у нас нет таких, которые могут отстегнуть от машины там, какие-то большие суммы там, и раздавать их направо и налево. Собственно, никто так не делает, даже самые богатые люди так не делают. И богатые люди вообще умеют считать, и они направо и налево деньгами не разбрасываются, потому они, собственно, и богаты. А вот реально узнавать о нуждах наших, это мы возвращаемся к вопросу общинности, что надо Николаю как-то подражать. И Спиридону нужно как-то подражать. И некоторые вещи, кстати, очень простые, можно накопать. Вот в части Николаевского милосердия чудеса творить мы не можем, потому что чудеса не от нас, это Божий дар. А вот в делах милосердия преуспевать мы можем. Это вопрос желания. Совершить чудо, например, исцелить человека, это не наша сила. Молиться можем, но ждем от Бога милости, ждем ответа на молитвы. А вот упражняться в делах милосердия – наша обязанность. Христиане обязаны заниматься делами милосердия по мере сил, в качестве сиделки, в качестве там, соцработника, там, ну типа а-ля там, ну, христианского соцработника, что там, допустим, прийти, там, что-то кому-то купить, принести там, или там, помыть, убрать там, беспомощным. Вот. И опять-таки денежный вопрос здесь должен решаться тоже общинными усилиями. Внутри наших общин мы должны знать, у кого есть реальная серьезная нужда, кому нужна коллективная помощь, потому что один человек, как правило, серьезные проблемы решать не может, нужно всем вместе. Это будет реальное подражание Николаю. Отсюда и вырастает, кстати говоря, и все остальное, и чудотворство в том числе. Потому что, знаете, например, у нас есть такая целая категория святых, которая называется бессребреники и чудотворцы. То есть люди, которые денег не брали за различного рода святые дела, за исцеление, там как Косма Дамиан, Пантелеймон, вот, они денег не брали, и поэтому были чудотворцами. Потому что если брали бы деньги, если бы не были бессребренниками, не были бы чудотворцами. То есть бессребренничество и чудотворство, они связываются в такой священный союз, так как два звена одной цепи. Поэтому вот мы с вами, как христиане, должны... Это в разных формах будет решаться на уровне разных приходов, разных социальных служб, там разных отдельных там, людей верующих. Вот. Но это некая общая задача, потому что церковь – это организм любви, и что-то мы можем. То есть мы не можем все, вот, но какие-то вещи мы можем. И надо делать то, что в твоих силах. Это будет реальное подражание Николаю Чудотворцу. Так, чтобы мы не разменивались на глупости, там, не, потому что это покупание подарков, в смысле там, игрушек, там, сладостей, как бы, это, конечно, все хорошо, но это детский уровень. А детский уровень, он несерьезный. Как много у нас детей, которые ходят в детстве за ручку в церковь, например, там, в 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, потом со скрипом в 11, с жутким скрипом, со страшным скрипом, на свадьбу грузчики надели, со страшным скрипом башмаки. В 12 лет уже еле-еле, в 13 говорит, не хочу, в 14 не пойду. Все, и ушел. И ушел неизвестно куда, неизвестно насколько. Потом, конечно, вернется. Жизнь побьет, и он вернется. Но, а кто-то, может, не вернется. Короче, у нас очень много деток ходит за ручку в храм, но в подростковом возрасте они уходят из церкви, потому что вера не росла вместе с ними. Для 5 лет у него была 5-летняя вера, для 7 лет у него была 7-летняя вера. Потом эта вера остановилась, он растет, а вера не растет. Ему уже 12, а вера 7-летняя. Ему уже 14, а вера 7-летняя. Ему уже 20, а вера 7-летняя. Ну как с 7-летней верой в 25 лет ты в церковь ходить не будешь? Нужно, чтобы тебе было 25, и твоей вере было 25. Чтобы была 25-летняя вера.
Значит, нужно почитать, подумать, поплакать, помолиться, потрудиться, надо вести работу над собой с помощью взрослых там, или самостоятельно уже как получится. А так вот у нас детской веры хватает, а взрослой веры нету. Начинаются взрослые всякие сложности, как бы человек отпадает, потому что детская вера со взрослой жизнью не справляется. Детский мир рушится. Красивый, сладкий этот мир с музыкой, динь-динь-динь-динь-динь-динь, ти-ти-ти-ти-ти. Все это куда-то улетает, и приходят какие-то такие, хэви-метал такой начинается. Все, джингл беллс, как бы, умерли Дед Мороз, исчез, как бы, значит, начинается хэви-метал. И здесь с пятилетней верой ничего не получится. Это тоже наша, как бы, такая церковная такая штука серьезная. У нас хватает сил привести малыша на причастие, когда ему 4 года. Но у нас вообще нет никаких слов в словарном запасе, никакого понятийного аппарата вообще, что говорить 14-летнему человеку, о чем говорить с 17-летним человеком. Мы все еще попытаемся за руку тянуть его, там, идем с бабушкой, там, дядя, батюшка вкусненького даст, и вот это все вообще никуда, ни в какие двери не лезет. Как бы. Слышали, да? Вот надо думать над этим всем, потому что это серьезная проблема, мы ее должны поставить перед собой. Ее Бог решит, когда мы ее поставим, потому что если мы ее не ставим, ее Бог не решит. Проблема должна возникнуть сначала. И мы должны понять, что это проблема, да, а что я с ним сделаю, а как я, что ему скажу? Он уже взрослый мужик, он должен сам уже это решать, а я, что я уже? Ну, как бы вот, надо найти слова для взрослых людей. Это самая, собственно, болевая точка, значит. Но, так что вот милосердие – это наша общая задача. В этом смысле мы должны быть детьми чудотворца Николая. Что касается Спиридона, то здесь вообще очень важно то, что он был человеком простой профессии и не бросил ее, когда стал пастырем словесных овец. Я, конечно, вообще близко не понимаю, что такое пастух. Я ни одного дня на этой должности не работал. Я только знаю из Писания, что пастухи какие-то особые, имеют какие-то особые благословения у Бога. Что Авель был пастухом, первый мученик мира. Вот. И пастушкам ангелы запели «Слава Вышних Богу на земле мир». Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам в Вифлееме Граде Христос Господь. Это было пастухам сказано. И пастухи как-то, они вот, и Господь наш Иисус Христос есть пастырь добрый. Слово пастырь – это тоже эвфемизм, потому что в буквальном тексте это, собственно, пастух. А слово пастух было оскорбительным. У Григория Богослова есть целая проповедь об этом. Он говорит, когда ты хочешь оскорбить кого-то, не говоришь ли ты ему, ты пастух, куда поперся там, где тебе твое место вот там. Потому что есть патриции, есть военачальники, есть философы, есть купцы, есть богачи, есть цари, есть вельможи, есть там кто-то еще. Есть самые известные люди, знаете, кто был в Римской империи, уже христианской? Возницы на колесницах. Управляющие колесницами, что колесничные эти гонки на колесницах на Великом ипподроме в Константинополе. Это было самое сладкое зрелище для жителей имперской столицы. И победители в этих конкурсах превозносились больше, чем императоры. За победы в заездах им ставили статуи, их осыпали милостями, деньгами, там, они их на руках носили, короче, они были на устах, как спортивные кумиры, там, допустим, знаете, как какой-нибудь там, не знаю, типа Шумахер, да, совершенно верно. Вот, как бы, то есть это были богачи, которых носили на руках, это были самые известные люди Византийской империи, а потом уже шли императоры, монахи и все остальные, возницы на колесницах, да. Кстати, вся политическая жизнь Византийской империи протекала на стадионе. И там выкрикивались политические лозунги. Это интересная тема, о ней надо как-нибудь отдельно поговорить. Там и бунты, и распри, поножовщины, как бы, и политические лозунги, и всякие мятежи внутринародные. Как бы. Это влюбленность в зрелище. Вот это то, что это помешанность как бы, на массовом спорте. Не на массовом, а на спорте больших достижений, на коммерческом спорте. Это очень древняя история. Она в Византии была абсолютно тождественна сегодняшнему дню. Как мы следим, например, там, за игрой там, какой-нибудь там Манчестер Сити, скажем, там какой-то Реал Мадрид, например, там, или там чемпион мира по футболу, там, это самое массовое зрелище, которое наблюдает одновременно максимальное число жителей Земли. То есть, если нам, например, говорят, что Антихриста покажут по телевизору, то у этих массовых зрелищ уже есть репетиции. Самые посещаемые для просмотра одновременно онлайн в мире события – это инаугурация американского президента, открытие Олимпийских игр
и чем по футболу очередной. В это время максимальное число людей, даже в африканской саванне, прилипляются носом к телевизору и не могут от него оторваться сутками, неделями, пока чемпионат длится. Так что если нам, повторяю, Антихриста покажут по телевизору, его всемирное воцарение, то репетиция этому уже проходит в футбольных чемпионатах. Было много разных известных людей, там всякое, значит, в Византии, как бы. А пастух было оскорблением. Пастух. Но пастухи – это какие-то благословенные люди, потому что мы уже назвали его, и Господь наш сам себя пастухом называет, пастырем добрым. Пастухом добрым. И Давид был пастух. И храбрый пастушок был. Не боялся драться с медведями и волками за овцу, в чем тоже видно пророчество о Господе. И множество икон чудотворных открылось пастухам. Например, Жировицкая икона чудотворной Божьей Матери в Беларуси. Или там Почаевская, след стопы Дева Мария оставила на горе Почаевской. Тоже пастушки ее видели. То есть пастухи – это что такое особенное? Спиридон был пастух. Стричь овец умел. На руках носить и выкармливать слабеньких родившихся там этих овечек. Умел их там, знаете, видели, например, как влюбленные в животных люди, как они с ними живут, как с детьми. И, допустим, видели, как голубятники, например, поят голубей изо рта. То есть голубь у него набирает в рот воды, там, и клюв голубиный себе в рот сует, и голубь у него изо рта пьет, там они прям целуются. Это голубятники, они же позажить не могут без голубей. Если вы их видели, то вы знаете, о чем я говорю. А эти овчарники, значит, эти все вот эти овечники, там, эти, или там эти пчельники, там, они же влюблены в этих пчелок, в этих овец, они жить без них не могут. Это для них как дети. И Спиридон с ними так вот нянькался и возился, с этими слабенькими, хроменькими, с этими плешивенькими. Нужно было стричь, стриг, значит, доить, доил, там, сыры там колотил там, с этого овечьего молока. То есть он работал этими руками своими, и козью шапочку эту носил, потешную такую, смешную, на митру не похожую никак, ни с одного бока. Как на нее не глянь, как бы, значит, никак на митру не похож. Такая козья шапочка такая. И вот удивительно в нем то, что он любил простой труд. И не оставил его, когда стал архиереем. Это, конечно, достойно тоже большого подражания. Потому что мы живем в высокотехнологичном мире, и множество из наших профессий, как бы, они имеют относительную ценность благодаря виртуализации нашего бытия. Но мы не потеряли нужды ни в электриках, ни в сантехниках, ни в плиточниках, ни в штукатурах, ни в монтажниках, ни в... Короче, во всех этих рукастых профессиях, которые там... Вот эти все люди, это чрезвычайно важные люди, которые работают руками, прокладывают теплотрассы, строят дома, покрывают их кровельным железом, потом красят эти крыши, вставляют стекла, значит, не знаю, там что там еще, работают с деревом, металлом, имеют... такие жесткие, мозолястые руки, значит, это очень драгоценные люди. А когда, при том, что общий тренд как бы зарабатывания, они не зарабатывают больших денег, вот, как поет это Игорь Расторгуев, но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри получаешь за работу 1003. Да. Комбайнеры, да. Есть такая песня. Да, это действительно такая проблема, как бы хочется носить папочку под мышкой, как бы получать большие бабки, как бы, и показывать пальчиком, куда кому ходить. Вот. Ну, еще бумажку подписывать какую-нибудь иногда, чтобы секретарша принесла, говорит, где подписать. Иван Сергеевич вот здесь. Ну, хорошо. Да. Я на обед, позвоните, если я нужен. Ну, так, как, хочется работать так, все больше и больше, как бы так. Вот так вот. Рассказывать всем, как жить нужно, как бы, да. Вот. И подписывать бумажки. Ну и там еще заниматься какими-то виртуальными фокусами там, или спекуляциями на бирже, как бы там, или там продажей воздуха, значит, задешево. Вот. А этот самый Спиридон – это трудяга такой, этого нам не хватает на самом деле. Мы же были трудягами когда-то все, у нас же вся цивилизация крестьянская, христианско-крестьянская, то есть все были трудягами раньше. Где-то под кожей у нас это все есть. Так, чтобы ты мог и с топором, и с лопатой, и с коровой, и с конем, как бы, и с деревом, и с землей вести себя правильно. Как бы. Нам этого очень не хватает. Это безрукая цивилизация, которая боится труда, боится нагрузок, не знает, что делать как бы, вот, в реальной жизни. Ну, вот. Это, конечно, большая беда. Поэтому я думаю, что у Спиридона можно учиться вот именно этому, этой простоте, которой катастрофически не хватает. Если кому-то... И если кому-то нравится и хочется трудиться руками, резать, пилить, рисовать, вышивать, то нужно почитать это за благословение и всячески это культивировать. Я вот давно к этой мысли пришел, что, да, скажем, там, вот выйдет девушка замуж, например, там за какого-нибудь там
маркетолога, например. Там у человека есть диплом маркетолога. Ну, я боюсь, что они будут жить впроголодь на съемной квартире и так до старости своим жильем не обзаведутся. А если выйдет замуж за какой-нибудь там паркетчика или краснодеревщика, или кого-нибудь там, какой-то плотника, там, или электрика с большим допуском, такого хорошего электрика, которого можно пустить на любой объект, там серьезное напряжение, там, где он знает, что, где, как, вот тут будет хлеб с маслом обязательно, потому что не хватает рабочих рук, не хватает специалистов, не хватает людей, которые умеют делать что-либо качественно своими руками, не хватает их. Все желают окунуться в виртуальную реальность. До времени это работает, потом это все ёкнет, как бы, значит, и окажется, что опять востребованы люди, которые умеют гайки крутить, и которые разбираются в совершенно простых вещах, вот таких как Спиридон, которые знают, как у овцы роды принять, знают, как постричь овцу, знают, как сдоить ее, знают, как, где ее выпасти, знают, что делать с животными, что делать с землей, что делать с жизнью вообще. Так что ему можно подражать в простоте. Это очень редкая категория для сегодняшнего усложнившегося мира. Вот. Ну а в остальном, возлюбленные братья и сестры, конечно, мы календарь, если возьмем церковный, если мы дадим себе труд узнать, ну если не о каждом, это все-таки довольно большой объем информации, то, по крайней мере, о каждом втором или каждом третьем человеке, который уже помещен в церковные святцы, перед нами выстроится такая огромная мозаика, такой коллективный портрет Духа Святого. Потому что во всех этих людях действует Дух Утешитель, и они, собранные вместе, как маленькие камушки, выстраиваются в одну громадную мозаику, в которой можно проглядывать, так сказать, черты Утешителя. Значит, это просто потрясающе. Сколько у нас на небесах помощников? Их тоже нужно знать. Потихоньку, помаленьку нужно узнавать это благо. У нас есть и печатные книги, значит, есть и электронные форматы информации. Надо читать, узнавать ежедневно, следить за сердцебиением Матери Церкви. Вот сегодня, там, повторяю, сегодня там Лука Столпник, Даниил Столпник, там кто-то, Никон Сухой Печерский, там и целый ряд новомучеников, о которых нужно тоже подробно читать и узнавать. Тоже очень интересно, очень важно. Это вообще наша история, очень недавняя. Завтра Спиридон, там, позавтра там свое. Это нужно обязательно все изучать и узнавать, потому что церковь ждет и требует, что ты заинтересуешься ею. Церковь потом с благодарностью отдаст тебе эту любовь. Недавно я был в одном агрохолдинге, который вот построен, создан руками одного нашего русского православного человека, который, так сказать, там колбасится, понимаешь, как негр на галерах с этими яблоками, молоком, коровами, там, джемами, какао, там, каким-то там шоколадом, со всем этим, короче, там, ну, работает, в общем, дает работу большому числу людей, вот, и занимается землей и всем, что она производит, как бы. Ну, какао у нас не растет, какао, конечно, покупное, а шоколад он делает сам. И вот, он говорит, мне по дешевке продали яблоневый сад. Я даже не поглядев на него, купил его, потому что деньги были смешные, человек уезжал за границу, говорит, купи у меня этот сад, мне нужно все распродать. Я купил за смешные деньги большой сад. Потом как пришел в этот сад и ахнул. Сад не обрабатывался там лет 7, 8, 10, там выросли березы такие толстые между деревьями. А там есть яблоневые деревья, все там они рядочками посажены, там разных сортов. Но там столько бурьяна, сорняка и деревьев уже повырастало, что он заглушен, как бы заглушен всем этим. Я, говорит, не знал, никогда с этим садонами не занимался, и не знал, что с ними делать. Ну, так, на всякий случай, дал команду, говорит, короче, прочистите его, проредите, в общем-то, все лишнее пропалите, повырубайте, почистите его, в общем, там дальше посмотрим. Вот, и его в течение там каких-то там месяцев там люди, вооружившись там инструментом, прочищали там это все, прореживали, освобождали от лишнего этот яблоневый сад. На следующий год он как с цепи сорвался, этот сад. Он в благодарность, как бы в благодарность человеку за то, что его почистили. Он как кинул мне урожай и говорит, что я спать не мог, не знал, куда эти яблоки девать. Яблоки как пол моей головы, вот такие вот. И много. Такое чувство прям, что вот живое, вот это вот живое.
оно как бы вот хочет вот разродиться и не может. И вдруг ты это все убираешь, как бы то, что ему мешает. И оно выбрасывает из себя все, что может. Сколько-то говорит, ну возьми. Помните, как в сказке там какой-то там бежит там какой-нибудь там главный герой там через лес там. И какая-то яблонька там, ну возьми яблочко там, съешь яблочко. А печка говорит там, спеки во мне пирожок там, затопи печку, спеки пирожок, я тебе пригожусь там. И потом они все пригодились, как бы там эти яблоньки там кого-то спрятали, эти печки там кого-то прогнали, там кого-то опять-таки спрятали. То есть как бы эта природа как бы хочет, чтобы человек помог ей. Ну помоги мне. Там у меня вот здесь есть там вот что-то, вот есть во мне тут. Говорит, ты вот освободи это, там забери это от меня. Я тебе там вот озерцо какое-нибудь, да почисти меня. Потом рыбок туда запусти и будешь богатый. Все. Вот почисть меня, потом купи малька, карасика, карпика какого-нибудь, запусти вот сюда. И через 2 года, значит, открывай счет банки, пусть туда попадает поступление. Я тебя отблагодарю. Он благодарит человека, понимаете, этот весь этот мир, как бы не живой, на самом деле живой. Но мы живем в мире виртуальных ценностей, в мире пластмассы и железа, и в мире выхлопных газов, как бы. Поэтому нам как-то трудно это все понимать. Мы изрядно одебилились как бы, в этой цивилизации, ну серьезно. И даже когда там вот, всякие там старцы наши, я сейчас без уничижительных всяких интонаций говорю, всякие старцы наши, так иначе не скажешь, время от времени закидывают как бы, в это наше дикое сообщество такие идеи, типа там бросайте все, едьте в деревню, там доите козочку, там типа берите воду из колодца, живите там где-нибудь там в деревянном домике. Эти наши старцы либо не понимают, кому они это говорят, либо у них нет как-то адекватного как бы, отношения к реальности, я не знаю, может, они как бы святые, может, они уже на небе живут, а мы все еще по земле ползаем. Современные калеки потеряли всякую возможность жить на земле, так, чтобы таскать воду из колодца, как бы оторваться от интернета, как бы, значит, там, ковыряться в этой земле и доить там какую-то козочку виртуально представляемую. Это все красиво, как бы один день там, в твоем больном воображении. А сколько этих уехавших из города в эту деревню, как бы, и там сушедших с ума. Ой, нет, 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 нет. А потом куда? Говорит, продавайте все в городе, покупайте себе что-то. Слушайте, это совершенно нереальные советы. Да люди панически курей боятся некоторые. Там петух запоет с утра, у них будет нервный припадок. Как бы они боятся всего. Там козы-то и боятся. Вы думаете, козу сдоить легко, что ли? Кому это все советуют? Непонятно. Это все. Я искренне не понимаю этих советов, но при этом искренне знаю, что есть много поломанных жизней, потому что, ну, попробуй. Может быть, спецназовца можно с коробкой спичек и с штык-ножом выкинуть в Сибирь на неделю, и он выживет. Но калеку современного вот кинь со штык-ножом, как бы, и с коробкой спичек. Найдешь коробку спичек нетронутую, и этим штык-ножом он себе вены выскроет, как бы, на третий день пребывания в Сибири. Кто мы такие, как бы, значит, нам надо возвращать потихонечку навыки работы, обычной, простой работы, как бы, значит, там, вот, если хотите, с той же землей, там, да с чем хочешь, с камнем, с деревом, с металлом, ну, это надо просто уйти из виртуального мира на какое-то время, как бы, и заниматься простыми какими-то вещами, надо учиться действительно жить на земле, но это надо учиться. Если расстреляли всех хозяев, которые умели эту землю разделывать и понимали, любили ее, сейчас остались только отдельные магикане, которые пытаются на своем горбу эту непосильную ношу тянуть, возделывать эту бедную землю. Она была бы благодарна нам, если бы мы, конечно, полюбили ее, узнали ее, вспахали ее, вырастили на ней что-то. Но это целый труд целых поколений. Куда? Куда вы вылезете? Человек, если он всю жизнь на земле прожил, засуньте его в эту тюрьму бетонную на 15 этаже. Он там от тоски умрет через месяц. А человек, который всю жизнь прожил в этой бетонной тюрьме на 15 этаже, засуньте его в деревню. Он там подохнет через месяц, как бы, значит. Причем от тяжелого труда и от тоски, и от ужаса, зачем он сюда попал. Да, это вот наше наличное состояние. И никуда мы не должны дергаться и бегать с места на место. Где сидишь, там молись. Раз ты сидишь на 15 этаже в бетонной келье метр на метр, значит, сиди там, читай псалтирь. А что с тебя возьмешь еще? Может быть, так тебя Бог помилует. Но если ты сейчас пойдешь, возьмешь лопату и пойдешь в деревне жить, это будет анекдот как бы с трагическим концом. Еще деревня ж какая у нас, там все ходят такие. 8 баб, 2 мужика и с утра пьяные такие ходят. Попробуй приедь в деревню, начнем что делать. Первые, кто скажет, что ты дурак, это будут местные. Что сюда приехал? Тут жизни нет, здесь только умирают.
Да, сейчас у нас, нам СССР подарил такую деревню, что мама не горюй. Ну, еще с Ельциным вкупе, там Ельцин добавил, как бы. СССР убил хозяина, колхозы сделал. А все остальное добило до края. Это все. Если мы этого хотим реально, водичку из колодца, значит, там теплое куриное яичко, там и козочку подоить, надо потихоньку к этому привыкать, издалека подбираться к этому вопросу. Начните сначала помидорчики у себя на подоконнике высаживать в виде рассады. Да, если у вас вырос какой-то перчик какой-нибудь там болгарский вырастет в этой бетонной келье на 15 этаже, вы будете великий Мичурин, как бы. У вас появится, значит, какое-то такое чувство счастья от того, что вы что-то вырастили, вам земля отдала ваши усилия, вам, может быть, потом захочется какой-то кусочек земли купить и там поковыряться в этой земле, захочется, может быть. Должно изнутри идти от человека. А потом, может быть, вам захочется там и травку покосить, как бы, значит, не газонокосилкой, а ручками там с косой как-то там поутру выйти на росу. Это все нужно в себе разбудить, как бы вернуться к этому. Если хотите, это тоже наша задача. Может быть, Спиридон нам поможет. Может быть, мы бы, значит, начали бы просить святых не о том, чтобы они нам помогали с деньгами там и в семье там. Там сын пьет, дочка непутевая, там квартиры нет, там денег мало, как бы, значит. Николай, помогай, Спиридон, помогай. Это, конечно, эта лавочка не завяжется. Люди всегда будут к ним ходить, потому что они добрые и сильные. Но просить нужно кое-чего и другого. Надо просить правильных мыслей, правильного образа жизни. Хотя бы на последний этап жизненного пути, который кому остался. Сколько мы там еще проживем, кто его знает? Никому же не объявлено заранее. Но, может быть, мы как-то исправим жизнь свою и начнем возвращаться как бы и к земле, и к Богу. Это как-то все вместе происходит. Люди, которые как-то ближе к земле, они как-то ближе к Богу, и наоборот. Кто к Богу ближе, тот землю любит. Уже иначе ты висишь в воздухе, опять-таки, в бетонной клетке на 15 этаже, и сидишь в компьютере, как бы, и ты весь в виртуальном мире. Это совершенно адская реальность. Совершенно адская. И я не знаю, с какой стороны ее исцелять. Собственно, не моего бедного ума это дело, это не я это придумал, не мне это исцелять. Но Спиридон был работяга. И вы когда-нибудь с любовью хоть посмотрите на работяг, хоть иногда-то, хотя бы из окна машины проезжающей или троллейбуса, когда будете проезжать мимо, а там какие-то мужики на морозе, например, какую-нибудь там теплотрассу ремонтируют. Это самые драгоценные люди. Вот пригони сюда 15 менеджеров по маркетингу, они там умрут в этой яме. Вот и ничего не сделают, как бы. А дядя Вася, как бы, мать-перемать, как бы, закрутил, замотал, как бы, значит, такой запаял, заварил, как бы, засыпали, пошла вода, и в доме тепло, как бы. Еще бы дядя Вася бы, еще бы, ну, перестал бы матюкаться и начал бы Богу молиться, был бы святой человек, был бы Спиридон. А так, значит, да, вот эти наши простые рукастые мужики, как бы, они самые драгоценные люди мира, на самом деле. Простые рукастые дядьки, которые, значит, тебе починят твою машину, когда ты ее поломаешь, вот, и придут тебе, водопровод исправят, когда он тебе потечет. Им только матюкаться перестать, как бы, и перестать брать плату за работу водкой, вот, по селам, потому что там водкой берут. Вот. Ну, еще бы в церковь ходить, еще в лоб перекрестить, как бы, да, и Бога узнать. Как бы, были бы святые люди, такими, какими они задуманы Господом. Живу на земле, работаю руками, молюсь Богу и жду воскресения мертвых. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. О, мы сколько сами наговорили. Шел, думаю, что им скажу, они так все знают. Так что христианское мировоззрение радостное. Смерть на время, а жизнь навсегда. И сначала жизнь без края и без остатка, без умаления, без недостатка, без тени перемены. Вечная, блаженная жизнь сначала. Потом, конечно, грех и смерть, и внутри этого мы живем, но потом это закончится. И будет опять жизнь, и жизнь навсегда. С этой веселой нотой можно дальше жить. Вот теперь можно и елку наряжать, и дочке косички плести, как бы, значит, и пойти в магазин за подарками, и джингл беллс напевать про себя, мурлыкать, когда выходишь машину греть. И все это можно, потому что Христос воскрес, потому что жизнь вечная жительствует, потому что мертвый не один во гробе, потому что скоро будет страшный великий суд, на котором мы увидим своего любимого Спасителя. И с надеждой, что он нас не выгонит вон от лица своего. Скажет, придите, благословенный, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Дай Бог, это будет с нами тоже. Вот. И можно жить. Тогда все остальное вкусно. Все остальное будет вкусно. Потому что если этого нет, вообще все невкусно. Вообще все. И все распадается. И прямо на глазах. И мы же это видим. Ну вот. Молитвами Спиридона и Николая, милостивый Христос, да, очистит множество согрешений наших.
Каждое воскресенье в храм, каждое воскресенье в храм. Вот каждое. Даже если будут ноги болеть, со скрипом ковыляйте. А если ноги откажут, ползите по-пластунски. Каждое воскресенье в храм. А те, которые начали ходить в храм, уже когда им было уже там 40 с плюсом или 50 с плюсом, вы должны еще компенсацию Богу принести за прожитые без молитвы годы. Значит, надо еще на буднях прийти в храм еще какой-то разочек. Воскресенье как кровь с носа. А еще в среду, в четверг, там еще надо еще вот за те дурные годы. За себя и за того парня. И за покойных сродников помолиться. И за всех тех, кто Бога не знает сегодня, помолиться. За то, да, есть за что молиться. Вот. И среду, пятницу сохранять через весь год. И понедельник еще себе попаститься для детей. За детей. Понедельничают обычно. Мамы за детей понедельничают иногда. Чтобы детей Бог благословил. Так что, если будем иметь в себе эти светлые помыслы, все остальное приложится. Аминь. Богу слава.